Ну что, дорогие друзья, продолжаем играть в модификацию Аномали в режиме одной жизни на максимальном уровне сложности. Я, кстати, поспал, чтобы погодка у нас улучшилась. И надо бы нам сейчас попить, купить, потому что воды у нас нет. Как бы это печально не звучало, но зато есть 4000 на то, чтобы эту водичку приобрести. Так, правда, я что-то ее не вижу в инвентаре у тебя. Или я слепой? Ну, походу... Подожди, что, реально у тебя нет воды? Так, а как такое вообще может быть? Ну, окей. На тебя лист брезента тогда. Так, что у нас там по заданиям в округе? В округе есть задание, только наше основное — это двигаться к болотному доктору. В принципе... Ну, в принципе, я... Подожди, я вообще не продал. Я не продал самодельное взрывное устройство на 2 килограмма целых весит, а мне зачем? Зачем мне столько таскать? Правильно, держи. 5300. Получаем за него. Ну и по-хорошему нужно, наверное, двигаться куда-то в сторону Сидоровича, что-нибудь такое, да, там... Выполнять задания, брать у него, во всяком случае, задания, пытаться их выполнить, потому что денег у нас нет, патроны нам нужны. Да нам, блин, капец, у нас опять проблема с деньгами, и непонятно, как эту проблему исправить. Ну, типа, ты зарабатываешь какие-то деньги, и при этом сразу же тратишь их на условные патроны, там, еще что-то такое. И как бы это выглядит максимально неприятно, что это деньги, просто ты как бы работаешь, тратишь деньги, работаешь, тратишь, но это нехорошо. Опять самодельное взрывное устройство, не зря продал, но, опять же, по весу по-прежнему все... Не густо, мягко скажем. Ой, кого там я там услышал. А, так, двигаемся потихонечку, полигонечку. Тут у нас нет никого, по идее. Но могут быть всякие мутанты на элеваторе все-таки. Так, ясно, пусто. Здесь что-нибудь есть? Ой, кобан, добрый день. Родной, ну с тобой-то я легко справлюсь. И, ёб твою мать, а что же вас столько много-то здесь? Подожди, а почему вас так много-то здесь? Я вот не понимаю, а почему? Ну-ка, давай, сдрисни. Блин, капец, вот я про это и говорю, что я трачу все практически боеприпасы на то, чтобы убить мутантов. У меня опять нет патронов и ножа нет. О боже. Ну, это вдвойне обидно, что я даже сейчас их не залутаю никак. Почему так? Ну, почему так? Ну, вот кто-то мне может это объяснить, почему так? Так, ясно, еще и пусто. 28 патронов у нас есть, но этого, по идее, должно хватить для того, чтобы добраться до базы. Купить хотя бы обойму, я уж не знаю, 5.45. Так, а тут что... Ну, пойдет. Я не знаю, вот эти штуки можешь продавать начать, я не знаю. Ой. Да пошел ты нафиг. Все, 9 пуль у меня осталось. Надо бегом до базы двигать. Иначе это смерть. Я не знаю, но это что-то просто... У меня в начале серии было 1,5 обоймы. Примерно. Сейчас 9. А сколько нужно-то на вас, кобаны? Они еще падают такие, не умираются ведь ни хрена. Сколько? 95%. Коты. Но эти хотя бы гады... Условно ваншотятся более-менее. 3 патрона у меня осталось, этих гадов я могу хотя бы обыскать. Продадим ваши запчасти Сидоровичу за какие-то деньги. Вот мне коты нравятся тем, что они хотя бы это, ну, частей побольше падает практически всегда с них. Так, хорошо, так, вот здесь, кстати, вот в этой палатке, насколько я помню, всегда что-то имеется. Если повезет, то повезет, кстати. Что нашли? Среднекалиберных. Так, погоди, забираем. Правда, перегруз уже так неплохо будет сейчас меня херачить. А сколько ты весишь? Средний крупнокалиберных винтовок. Как будто вот любому механику продавай и балдей. Зря, кстати, продал, походу, пистолет. Пистик сейчас, ой, как был бы нужен. Но, увы, такого мы не имеем в нашем распоряжении. Ну, а что поделать? Так, что это? Вот на меня агришься. Ну, тушканат-то уж как-нибудь сами. Либо пусть он вообще мимо пробегал, можно сказать. Можно по нему и не стрелять. Вот не знаю, но может все-таки продать. И спальник продать. Все вообще нахрен продать. Я уж не знаю. Так, дрянь новичков. А где фанат у вас? Куда фанат одели? Потеряли, бедолаги? Так, газированная вода. Все, ладно, хотя бы на воде сэкономим в будущем. Она хотя бы есть у нас теперь. В каком-то количестве маломальском. Ну, одно использование, как-никак. Мужик, ты оружие-то спрячь в ящике. Залутать надо. Рубли, спасибо. Погода мне сильно это не сделает. Волчара, дай задание какое-нибудь, дай еще напарников. Я вот понял, что с напарниками тема двигаться. Да, все, попустили, короче, волка. Так, дневной гуманоид. Все, дал нам напарников, пока не стреляйте, ждите меня здесь, мужики. Я с вами попозже тогда пойду какие-нибудь задания выполнять. Так, здорово. Так, поляна, выполним бандитов, 6 штук. Ну, 6 штук просто... Блин, я что делаю-то? Я же за этих, за наемников, ой, за свободу играю, мне наемники нейтральны. Ну ладно. Черт с ним. 1000 рублей, Натя, держи вот это, короче, я не знаю, похрен. Ну, спальник я, потому что я не знаю, мне он не нужен, наверное, будет. А вот патроны, я устал уже. Мне... И даже сейчас я покупаю 1,5 обоймы, как вообще жить? Я не понимаю, как жить? Я покупаю 1,5 обоймы на все деньги практически. Ну ладно, не на все, но у меня сейчас одна обойма.
Меня интересует, еда, вода хотя бы есть, спасибо и на этом. Да, еще сколько-то, какое-то количество, мне даже денег так не хватает, 6. Ну и вот еще 30 взяли. И че вот толку? Ну вот продали сейчас, на самом деле, довольно-таки важный вещь. Ёб ты мать. Ай, ну, я не знаю, но деньги нужны, поэтому давайте постреляемся сюда. Так, огонь усмотрение, следуйте за мной. Только не стреляйте, да? Ну, деньги нужны, фаст-тревел, надеюсь, никто не против. Мы тут были буквально там 5 минут назад, поэтому я не думаю, что это критично. Так что все нормально. Двигаемся дальше. Только единственное, что нам... Бляха, муха, лучше этот набор надо было механику, да, продать. Он бы... Ну ладно, пофиг нам, он на 2000, может, дороже бы взял. Сильно прям погода для нас это не сделает явно. Поэтому вообще насрать. Снос нас атакуют. Да хрен на вас. Кто там вообще? Так, давай отдохнем маленько перед тем, как стреляться. Ага. Пошел нахрен. Пошел нахрен. Это все, надеюсь. Это все, надеюсь. Так, что там у тебя полезного? Давай, нам надо нож поточить по-хорошему. А то у нас он скоро уже в щепки превратится. Так, все, давай, забираем, залутаем. Давай нож поточим. 50... 29% прежнее состояние, это мало. Но можно, в принципе, еще у нас мультитула наборов для заточек много, поэтому давай. Потому что только наши крендели особо даже не торопятся как-то за мной двигать, если честно. Ну что, давай еще вот это поточим, ладно. Раз мы тут точильное время устроили себе, пусть поточит все. А, там зомби. Ну, зомби это несерьезно. Мужики, давайте, может, вы с ними сами справитесь, а? Мне просто на них патроны еще тратить. Вообще не хочется. Награды еще, конечно, жесть, какие маленькие, я не знаю, просто. Противовес с полимера, тонкая работа. Как будто бы надо, но как будто бы, блин, где деньги-то брать? Я понимаю, что это в будущем вообще, ой, как пригодится. Деньги нам нужнее, как будто бы. Есть, конечно, план у меня один, попробовать надамажить и убежать. Так, подожди, ты че? Да ты хер, что ли, подожди. Вот так вот, а ножом уже тебя дотыкать. Нормальная тема, рабочая тактика. Ну что, наших кентов пока ты дождешься? По ногам, хрен с ним, давай уже. Дорубим. Огонь на усмотрение, дядька, давай, давай, давай. Только не по мне. Все. А теперь можно возвращаться с хабаром и с наградой. Какой-никакой. Так, ладно, руки тоже утаем. Напарников отдавать, конечно, не хочется. Есть такое ощущение, что нам они еще могут пригодиться, но... Погода, конечно, меняется, жесть. Ну ладно, я думаю, что они не умрут, пока я тут квесты сдаю. 93%, капец. Мне сейчас опять надо будет покупать патроны какие-то, потому что я потратил на этих собак. Так, я выполнил задание. 4000, 5000, 9000 суммарно. Не, ну это круто вообще. И сейчас из этих там 9000 я потрачу 5 на патроны. Но у меня одна обойма, конечно, есть. Еще в запасе сколько-то. Может, тогда получше патроны? Ага, получше. Получше, ты вообще разоришься просто. Жесть как. Так, ну давай вот это тебе отдадим. На, короче, забирай, Сидорович. Потому что это еще и вес, не забываем. Не есть хорошо. Давай, я не знаю, еще 15, что ли. Получше себя ощущать. Ну и на кордоне квесты какие-то мы уже выполнили. Того 35 килограмм, правда... Наш РПК потихонечку в непригодность приходит, но что ты с этим сделаешь? Ровным счетом пока ничего. Как бы надо добраться до механика тогда чистого неба и на болотах выполнять задания различные. Так, тут что у нас? Понятно. Ну пока, слушай, пока ничего про сверхопасного-то нет и быть не должно. Кстати, какие-то тряпки мы нашли блатные, как будто бы. Усиленная изоляционная сетка из оксида магния. Как будто в крафтинге эта штука может где-то зарешать даже. Что-то мы жрачку нашли там, что ли? Это, нет, мне показалось там. Как будто бы нашли украинский рацион питания. Но нет, мне показалось, не из ящика выпал. Что-то другое выпало, странно. А может, не показалось, просто я не вижу. Ну хрен с ним, пока. Так, дай, понятно. Щитники, 37 килограмм, боже. Ну может, вот эту хрень тогда выкинуть, килограмм она весит целый. Ну давай. Ну и отправляемся на болота. Пасмурная погода на болотах нынче. С ума сойти. Так, а что, кто у нас тут будет? Ну это и хорошо. Отчасти можно спокойненько обыскать эту подлокацию на наличие чего-либо полезного. Так, можно попробовать на мехдвор сгонять. Там будут военные в теории. Там будут патроны, там будут... Ало, даже неплохо. Там будут калаши. Но, не, я думаю, так мы, конечно, не сильно залутаем что-то. Если ты попадем в надежде на то, что там, типа, военные, там у них, скорее всего, будут патроны, да. Нифига, я думаю, там, если будут патроны, то какие-то убитые максимально. Никто просто так тебе давать ничего их не будет. Военные за своими стволами не сильно ухаживают, если честно. Если так подумать. Так, тоже котелочек заберем. Да ты заколебал вставать, ну сколько тебе надо? Уже действует выносливость, да, ну и что? Что вот я тут понабрал? Ну котелок может выкинуть. А вдруг он стоит рублей 300 хотя бы? Блин, это вряд ли он 300 рублей стоит. Ну-ка, если так сделаю. Нет, ничего особо
Это нам ничего особо прям не даст. Хотя можно пока поразбирать что-нибудь. Словно вот это. Рацию разобрать. Но это веса, конечно, не сильно у нас отбавит. Смотри, 39,7. 39,3, да, стало. Когда разобрали. 39,5. Ну, 200 грамм себе скинули таким образом. Но интересно, если котелок разобрать, на что он? Можно, допустим, воду разобрать? Странно. Металлолом условный какой-нибудь ставлю. Но это звучит странно, максимально согласен, поэтому... Игра продумана. Ля, как красиво, ты посмотри. Ёлки-палки. Это без решейдов, кстати, без... Без решейдов же? Без решейдов, да? Это же оригинальные аномали. Какие решейды? Ай. Тут решейдов точка нет. Так, тут тоже точка нет никого. А, нет, есть, кстати, чисто небовец. Саламкаемся с ним, но ты нам особо не интересен. Блин, мужик, может ты меня до базы доведешь, а? Что-то я устал уже ползти. Время, кстати, 17:20. Можно пробовать взять задание и попробовать поспать. И по идее мы можем залутать таким образом неплохое количество денег с них всех. Не, ну звучит, кстати, ну, неплохо сравнительно. Ладно, отдыхаем. Может ты есть пить хочешь? Ну на тебе, короче, вот у меня что есть. А, ты пить захотел. Ну ладно, попей. Надо не забыть воды только купить, а то мы проснемся потом. Воды не будет, и будет неприятно. Но это не помогло особо. В принципе, это очевидно было, что это как будто бы не должно помочь. Не, ну графоний, конечно, прекрасный в аномалии. Я не... Вот до сих пор, даже сейчас. Ну, в смысле, даже сейчас. По факту-то, кроме аномальки, что там. Ну, Трусталкере неплохая графика, между прочим. Она такая, знаешь, своебышная, своенравная. То есть нигде такой нет. Как бы и сравнивать... С какими-то другими модами, ну, по каким-то характеристикам, может быть, техническим только если. Но немного своя просто атмосфера, своя гамма, так сказать. Так, тут что у нас? Ящички. К сожалению, пусто. А кто бы мог подумать иначе, да? Спрашивается. Так, а в этом ящике тоже пусто. Ну, вот таким образом почти дошли уже до базы. Сейчас мы попродаем кое-чего. Сердце. Ну, вот сколько этот артефакт может стоить в теории? Ну, 1002 же максимум его цена. Я в этом почему-то более чем уверен. Я все равно достану. Так, погоди-ка. Ну, вот я даже нечего продавать. Так, ладно, работа. Мясушка на не хочу. Бандиты. Может быть, сами подохнут. Мутанты. Все, больше ничего не можешь предложить. Ты серьезно? Ну, водички хотя бы предложи мне. Но все остальное, получается, надо продавать другому торгашу. Популяционный контроль только. Одно задание, что ли, ты мне дал? Ну, два там с бандитами этими еще. Ну, кстати, как вариант... Приветствую. Доставить шустрому это я сделаю. Так, ну сколько? Офигеть, он стоил 1000 рублей за артефакт. О боже. Ну ладно. Мало просто. Прям мега мало, я бы сказал. Ну сейчас, может, тебе что-нибудь продаем вот это вот все. Кстати, нет, подожди, попродавать-то это правильное решение, конечно. Но давай для начала... На-н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 а. 600 рублей. Дай-ка мне вот такую вот штуку. Здесь она чинит, я не просто такое купил. Так, 96 плюс столовые приборы. Чинить. Ну, неплохо. Но 2% можно как будто и у тебя дочинить, хотя я уверен, что у тебя цены вообще кусаются. Ну, не знаю. Так, погоди, что я делаю? А, подожди. Так, 1300. Ну, ладно. Пока меня устраивает текущее состояние, так сказать, поэтому... Во, вот тебе давай все остальное. Ты как раз такой не бедный чувачок, я так вижу. Забирай. Глюкозку. Глюкозку лучше тебе продавать не стану. Слышали легенду? Так, это вы? Это я. Что ж, день добрый. Здорово. Так, еда, вода у нас вроде как есть. Ну что, популяционный контроль? Куда двигаться надо? А, сюда еще двигаться. Так далеко. Давай энергетик купим ее так. Хотя подожди, у меня же пенифрин есть. Ну вот и пенифрин. У меня их два хотя бы. Не, можно использовать, почему бы нет, по болотам побегать. 11 килограмм, насыщение, выносливость, время действия 2000 секунд. Ну, не знаю. Как будто бы можно и попробовать, а как будто на более лучшие времена, что ли, сохранить. Даже не знаю. Так, ну что, мутанты уже где-то очень рядом. Чего? Где он рыкнул? Где? Так где ты? Скажи мне. Минус один. Я не понимаю. Блять, ебаный нос. Ну я не понимаю, но там... Вот эта сраная трава, он сливается с ней, я не видел. Я более чем уверен, что на записи вам прекрасно, вы такие, а ну вон он бежит. О, боже мой, ну что за... Ты сейчас зомби приперся. Ну жри, чего могу сказать тебе, жри. Ну что-то слишком тупо, как будто бы умер, как будто бы... Ну понятно, что если бы у меня сложность полегче была бы, то бы не было бы такого, я бы... Вот такая бы гамма была бы, хотя бы я бы его заметил. Тут еще гамма это солнечная. Ладно, все, ладно. Плохому танцору гамма мешает, конечно. Ну, сдох. Ну, что поделать теперь? Бывает. Ну, как бы понятно, что я долго бы... Блин, что-то слишком тупо умер. Ну, прям... Ну, как-то
прям чересчур тупо, я бы сказал.